На вопрос, в чем сила, у организаторов этого wellness-фестиваля свой ответ – сила в здоровье. А оно, как известно, начинается с утренней зарядки, которую в этот раз для собравшихся проводят профессиональные фитнес-инструкторы. Бодрость в течение дня гостям точно понадобится, программу для них подготовили насыщенную. Это и спортивные тренировки различных направлений, и тренировки формата mind-body. Это как раз та самая забота о себе, о своем здоровье и о теле. То есть йога, растяжка, практики гвоздистояния. Что такое wellness? Wellness – это здоровье, это комфортное времяпрепровождение, это качественные смыслы жизни. Wellness – это стремление к здоровому телу и духу, где важны и правильное питание, и активный отдых – то, что так популярно у современного человека. Кстати, тому пример – сама локация фестиваля «Парк Изумрудный», который теперь так любят барнаульцы всех возрастов. Даже я сам здесь делаю зарядки, бегаю, делаю какую-то разминку. Существует множество зон турниковых, дорожка беговая, велодорожка, поэтому все у нас… Вот, сходится к одному, да, что вот этот праздник здесь на площадке в Изумрудном, название, да, сила здоровой семьи, это все идет как бы к одному. Следующий еще выше берут. То, что активный образ жизни помогает добиваться успеха, могли на себе проверить участники гонки героев. В этой спортивной игре понадобились и сила, и ловкость, и гибкость ума. А награда за пройденный этап – буря эмоций, так что стоять в стороне было невозможно. Сегодня такой праздник, мы решили поучаствовать. Как вам уже в процессе? Ну, очень весело. Вообще стараетесь активно время проводить? Да. Ну, мы каждый день здесь гуляем. Всегда либо на самокатах, либо на великах катаемся в парке. Кстати, гости праздника первыми смогли познакомиться с новым жилым комплексом «Меланж», который вскоре начнут возводить рядом с парком. Девятиэтажный дом с двухуровневой парковкой создают для тех, кто привык быть в центре города и центре жизни. Вся социальная жизнь в центре, как мы знаем, очень активная. И люди, которые предпочитают жить здесь, они, как правило, ведут такой же активный образ жизни. И при этом дом объединяет в себе еще и функцию уюта, комфорта и приватности, потому что он создан в виде П-образной формы, и внутри у него закрытый, тихий, уютный внутренний двор без машин. Уютным и семейным вышел и сам первый в нашем городе wellness-фестиваль. Так что в таком формате было решено встречаться каждый год. Николай Потешкин, Алексей Фризин. День с толком.